Кирилл, как впечатление от прошедшей церемонии драфта новичков КХЛ? Как впечатление, как эмоции? Да все отлично, все понравилось, как бы и игра, и церемония, все было замечательно. Ну, я, честно, так уж сильно не ожидал, но когда выбрали, я очень обрадовался. И потом все начали поздравлять, как бы. Ну, очень как бы, приятно было, что выбрали первым. Были какие-то вообще ожидания, или, может быть, кто-то из других клубов с вами перед этим разговаривал, что вы можете уехать из Новокузнецка? Да нет, такого ничего не было. В общем, то, что вы остаетесь в Новокузнецке и, видимо, дебютируете в КХЛ «Металлургии», вы, естественно, довольны? Да, конечно, доволен. Надо попасть еще, чтобы дебютировать. Что-то вам руководители хоккейного клуба после церемонии драфта говорили? Как-то пообщались, поздравили вас? Ну да, поздравили, я разговаривал так чуть-чуть. Сказали, ну, готовиться к следующему сезону. Главное, доказывать надо, что не зря меня выбрали первым номером. Ну, надо начать сезон, подготовиться хорошо и постараться попасть туда, в первую команду.